Привет, девчонки, как меня слышно, видно? Будем начинать вовремя. Выключим свет. Может, так получше. Вот. Значит, пусть девчонки подтягиваются, мы будем начинать. Кто меня не знает, меня зовут Ольга Карпович, я старший директор компании Faberlic. В компании уже более 8 лет. И сегодня хочу вам рассказать, как выгодно делать 50 баллов, легко ли это, сложно ли, и как это все делаю я. Так, начнем. Ну, я думаю, каждый приходит в компанию со своей целью. Кто-то для экономии семейного бюджета, потому что у нас в компании очень огромный ассортимент. Это и для красоты, и для дома, и для здоровья, и одежда для всей семьи. Одним словом, все то, что мы покупаем в своей повседневной жизни. Также кто-то приходит для дополнительного дохода от стоимости каталога, как говорится, быстрее. Деньги. Ну, а кто-то приходит для создания собственного бизнеса. Но что самое интересное, что одно второму не мешает. Можно прийти с целью экономить семейный бюджет, а в итоге начать и дополнительно зарабатывать, и строить собственный бизнес. А кто приходит строить собственный бизнес, он, конечно, начинает и экономить семейный бюджет. Поэтому здесь все взаимосвязано. Экономия семейного бюджета. Что это такое? Это скидка от цены каталога от 20 до 26%. Возможность купить товары повседневного спроса, что мы и так покупали бы. Ну и, конечно, экономия нашего времени, потому что, как мы все знаем, всем не хватает времени, так как не нужно никуда ходить, просто ходили там 1-2 раза в месяц за заказом, и все. А сегодня мы с вами, привет-привет, но прибывшим, рассмотрим тему именно скидка, чтобы росла от 20 до 26%. Итак, поговорим немножко о различии скидки. 20% – это привилегированный покупатель, есть такое понятие у нас. Кто же это? Это, конечно, новичок, который только что зарегистрировался в компании, и он будет иметь скидку от каталога 20%, но мы все знаем, при условии, когда он делает минимальный заказ. И 20% имеет любой покупатель, может быть, постоянный покупатель, может быть, покупатель, который делает заказы там раз в 3 месяца, раз в 4 месяца. Он тоже имеет скидку 20% при заказе, при выполнении минимального заказа. В Беларуси это 29 рублей, в России 1000. Ну и до 50 баллов. То есть будет у него там 43 балла, 47 баллов, все равно у него будет скидка 20%. И обращая, специально написала, что обратите внимание, подарочные пакеты, цена склада равна цене каталога, то есть одна цена. А 26% – это уже звание по маркетинг-плану консультант. 26% имеет тот, кто в прошлом каталоге приобрел лично на 50 баллов и более. То есть скидка 26% идет по итогу каталога. Вы в 13-м каталоге приобрели на 50 баллов, оплатили, конечно же. В 14-м у вас уже будет скидка 26%. Но обратите внимание, что скидка 20% не распространяется на то, что относится к спецупаковке. Это одежда, обувь, белье, колготы и бижутерия. Вот такое вот у нас есть отличие. Для чего же нужно делать 50 баллов и выгодно ли это? Как я уже сказала, это 26% в следующем периоде скидка.
Дальше скидка на белье серии Florange 30%. Кто попробовал серию Florange, другое белье даже не хочет брать, потому что это просто нечто, это и красиво, и стильно, и необычно, и носится просто изумительно. Каждый каталог что-то появляется новое, хочется купить что-то нового, а прежнее еще не сносилось. Поэтому обязательно пробуйте, особенно когда распродажи, и посмотрите, другое белье вы не захотите носить. Дальше, 50 баллов – это, так как мы работаем веточками, вы получаете по маркетинг-плану скидку за свою личную группу. Если нет 50 баллов, значит и скидки нет, она переходит вышестоящему наставнику. Дальше, новички, которые шагают по стартовой программе, мы помним, что ее у нас 9 шагов. При выполнении 50 баллов они автоматически покупают на нужную сумму и в итоге следующий шаг получат или за 3 белорусских рубля, или за 99 рублей в России. Ну и, конечно, так как у нас существует накопительная программа, поэтому чем больше лично вы купили, тем больше потом возьмете подарочков по накопительной программе. Или побольше, или подороже по стоимости, потому что у нас же есть и по 35 можно взять баллов, и по 45 и так далее. Ну и кто пришел с целью строить бизнес, кто делает 50 баллов, получает доступ к чату ускоренного роста и получает доступ к школе личного бренда от лидеров проекта. Поэтому, как только вы сделаете 50 личных баллов, обращайтесь к наставнику. Я хочу строить бизнес, я хочу попробовать себя в бизнесе, и наставник даст вам доступ. А сейчас мы займемся с вами такой небольшой математикой. Специально хочу вам показать разницу, но это все я привела в белорусских рублях, потому что мне, конечно, проще. Как высчитают сумму заказа на баллы? Значит, один балл, как мы все знаем, это условная единица компании для всех стран. И в каждой стране он стоит в своей валюте. Рассмотрим, как я уже сказала, Беларусь. Значит, за парфюмерно-косметическую продукцию у нас балл стоит 2 рубля. Это по своей цене. Кроме товаров, которые идут по суперскидкам, это то есть все, что находится в промоакциях. Дальше все то, что идет при покупке двух, это тоже акции. Ну и косметика для дома. Если она сейчас на скидке, это значит тоже она на акции. А на одежду, белье, колготы и аксессуары 1 балл стоит 4 рубля. Итак, рассмотрим примеры. Я привела специально несколько примеров. Значит, первый пример – это парфюм. Любой. Вот, допустим, он стоит 28 рублей 99 копеек. Это в ценах каталога. По своей цене 23 рубля 19 копеек. Значит, эти 23 рубля делим на 2. Получается у нас 11 баллов, округляем 11,60, это по скидке, если 20%. Если же скидка у вас 26%, уже логически понятно, раз у вас товар стоит дешевле, значит и баллов будет меньше. Как видите, 10,74. Это что касается парфюмерно-косметической продукции, это все так высчитывается. Если касается, вот, допустим, одежды, белье и так далее, значит, допустим, платье в каталоге стоит 86 рублей 99 копеек по цене склада, 69 рублей 59 копеек. Делим в этом случае уже на 4, получаем вот 17 целых и так далее, округляем, итого 17,40 балла. Как видите, все легко и просто. То есть не обязательно даже заходить на сайт, смотреть, потому что я знаю, что есть некоторые девчонки, которые прям высчитывают баллы. Это все легко. И специально привела пример вам. Просто средства для посуды, но это не касается только средства для посуды. Это вообще косметика для дома. Значит, смотрите,
Если любое средство без акций, допустим, стоит 6 рублей 59 копеек, это по каталогу. 5 рублей 20, 27 копеек, это по скидке 20%, дает 2,64 балла, потому что мы делим на 2. А по акции 4,29, значит, когда оно на акции, любое средство, это 3 рубля 43 копейки со скидкой 20% и дает 0,86 балла, 0,86 балла. Итого, какой у нас вывод? Что средства для дома, когда они на акции, нужно делить на 4 рубля. Вот это тоже получается даже не половинчатые, а не знаю, какие баллы. Поэтому у вас всегда есть выбор. Или заплатить меньше за 50 баллов, но заказать некоторые средства подороже. Или же заплатить меньше за некоторые средства, но в итоге нужно до 50 баллов больше заплатить денег. И вот здесь тоже видите подсчет. Значит, 50 баллов стоит где-то 100 рублей, если брать парфюмерно-косметическую продукцию без акции. Если же брать все на акции и плюс одежда, белье и так далее, тогда вы где-то примерно заплатите 200 рублей. Еще раз повторюсь, это не обязательно нужно делать одним заказом. Можно сделать двумя, тремя и так далее. Главное, чтобы они были оплачены в текущем каталоге. Понятно, непонятно, может, я сама с собой разговариваю. Я думаю, не высшая математика здесь. Ну, я тоже думаю, что здесь не очень сложно. Если же 100% перейти на ассортимент компании, легко делать не только 50 баллов, но и 100, и 150. Это сначала, пока ты новичок, кажется, это на самом деле много. А когда распробовал продукцию, тем более кто-то где-то написал, ну, на самом деле положительный отзыв, потому что у нас, наверное, не бывает отрицательных отзывов, просто бывает, кто-то где-то не разобрался в правильном использовании. И когда ты уже все распробуешь, ты поймешь, что зачем идти куда-то, платить кому-то выручку, если все-все-все можно взять у себя. И еще раз повторюсь, ассортимент у нас очень и очень огромный. Еще раз повторюсь, что я в компании с 2011 года, и когда я регистрировалась, у нас была только косметика и парфюмерия, и после форума 15 лет было объединение компаний, появилось у нас 6 средств по уходу за домом. Я вам специально перечислила. Это порошок, средство для ванны, средство для духовок, спрей-пятновыводитель, карандаш-пятновыводитель, универсальный пятновыводитель и универсальное средство. Как видите, тогда был ассортимент намного меньше. И 50 баллов было делать не то чтобы легко, но и несложно, в зависимости от того, как ты относился к этому. Я уже VIP-консультант на протяжении 143 периодов, и это получается, можно сказать, с самого начала делаю 100 баллов. Сейчас, как вы видите, ассортимент у нас огромнейший. Более 5000 наименований. И я думаю, любой-любой найдет хоть одна-два наименования, которые ему нужно. Дальше, как я уже написала, у меня на самом деле такой принцип, что я никому не плачу выручку. Я на самом деле не знаю, где сколько стоит. В каких магазинах какие цены. Мне это не интересно и на самом деле вообще нету времени. Вот за это время я живу в маленьком городе, у нас открылось очень много магазинов, вот сети, там, Остров Чистоты, Мила, ну, я даже их, наверное, и не знаю. Вы не поверите,
я в тех магазинах за тех 2-3 года была 2-3 раза максимум, да и то за какой-то мелочью, потому что, как я всегда смеюсь, у себя я не могу купить косметические диски, ватные палочки, мешки для мусора и туалетную бумагу и салфетки. Все. Остальное полностью я беру у себя. И, как я здесь написала, никто никогда тебе не сделает скидку 26%, максимум 5-7, ну максимум 10. А если у вас еще хорошая память, и вы где-то запоминаете цены, то обратите внимание, когда они, да-да-да, Катя, когда они где-то написали там шок цена или там скидка, обязательно цена верхняя была поднята, это если обратить внимание. Или же, как понимаете, оценка может что-то где-то уходит по сроку. Ну и плюс нам за покупки, девчонки, на самом деле никто не дарит подарки. Очень, тем более сейчас у нас, ну, может, года еще нету, но уже за накопительную программу дают одежду. Это просто на самом деле шикарно, потому что, по-моему, с 80 баллов можно уже взять какую-то футболочку и так далее. Почему бы нет? Посуду просто шикарную, фарфор я собрала, вот девчонки в чатах бросали, я тоже собрала набор. Очень классно, даже если тебе, может, это не нужно. Можно подарить. У нас же есть друзья, родственники, подруги и так далее. У всех есть дни рождения. Даже если ты идешь просто в гости, занесли так себе чисто символический подарок. Там гель для душа или крем для рук, или можно и то. Чем плохо? Ничем не плохо. И, как я уже написала, дарить всем только Faberlic. Все мой принцип знают. Не знаю, обижались, не обижались. Но я всегда на самом деле всем полностью дарю только Faberlic. Крестникам, иду в гости, даже если, как вам сказать, ну, я понимаю, что сейчас все говорят, дари мне деньги и так далее, но все равно хоть маленький презентик я обязательно подарю, потому что вы, например, вспомните себя. Деньги деньгами, не факт, что ты купишь себе то, что ты о чем мечтал или там хотел, все равно они куда-то идут. А подарок, он останется подарок. И плюс есть всегда такая небольшая задумка, я думаю, не только у меня, но и всех. Если человек что-то попробует, он обязательно потом к тебе обратится и попросит заказать. Например, всем крестникам я всегда дарю одежду. Всегда. У нас очень часто бывают какие-то там акции, распродажи. Вот буквально недавно перед школой были просто шикарные акции на одежду. В этом году я уже не брала, а в прошлом году, я помню, до, вот акция тоже была где-то в августе, я до апреля уже всем-всем крестникам приобрела подарки. Некоторые подарки, там, допустим, спортивная форма или брюки, джемпер и так далее, обходились, ну, чтобы всем было понятно, допустим, 10, 15, 20 долларов. Ну, разве это цена для подарка? Это вообще мелочь. Но все сейчас у меня, кому я дарила подарки детям, все сейчас, вот мои родственники, друзья, одноклассницы, все зарегистрированы, потому что, когда ты подарил подарок, обязательно они потом позвонят. Мол, слушай, ты там дарила спортивный костюм, он-то классно носится, выходила, вообще шикарно, сейчас младшая ходит. Закажи мне. А почему ты не хочешь заказать? Так у тебя же дешевле. А кто тебе сказал, что у тебя дешевле? Плюс, конечно, если они хотят заказать, ну, допустим, тоже спортивный костюм, это уже по-любому не только минимальный заказ, а это уже выход и на подарок для новичка. Человек регистрируется, берет себе, что нужно, и плюс он еще забирает подарок. Все. И в итоге, я вам серьезно говорю, все двоюродные, троюродные, родные, все полностью зарегистрированы, вне зависимости от того, где они живут. Плюс в таких вот случаях мне чем нравится, что Faberlic есть в любом большом или маленьком городе, и даже в большом поселке. И в итоге, допустим, вам не получается поехать,
ну, например, в гости к тому же крестнику, ну, на самом деле разное бывает. Я всегда делаю заказ, оплачиваю и затем просто звоню. Поздравил, то все, и потом, пожалуйста, зайди по такому-то адресу, я вам отправила подарок, забери. На самом деле и приятно, и плюс не забывайте, это наши баллы. И нигде ты не тратил деньги, и девчонки, кто попробовал, я думаю, все уже попробовали нашу одежду, хоть что-нибудь, хоть водолазку, хоть гольфик, хоть еще что-нибудь. На самом деле все ж просто шикарно носится, и вот так вот у меня и растет по чуть-чуть структура по теплому кругу. И еще раз повторюсь, 100-150 баллов – это не менее. Последние три каталога я делаю только уже 150 баллов. И поддерживать тесную связь с клиентами. Думать в первую очередь о них, а не о выгоде для себя. Да, да, на самом деле качество шикарное. Например, вот у меня есть девчонки, с которыми я работала ранее, допустим. И вот кто-то у меня там заказал, например, там аору когда-то, или кто-то там попробовал, там карандаш-пятновыводитель, и, там средства для духовок, ну и многое другое. Они по-любому будут звонить вам, но если вы на самом деле будете заботиться о своих покупателях. Например, вот звонит мне, допустим, Татьяна Васильевна, Оля, закажи средства для духовок. Я так честно и говорю, мол, вам срочно или вы можете подождать? Она, да нет, вроде бы, просто сейчас оно дорогое. Вот, допустим, по-нашему там 5,79. Через 10 дней будет 4,29. Если вам не срочно, подождите. Она, да, конечно, подожду. То же самое, допустим, и с той же аорой, ну, если привести в пример, и так далее. И в итоге получается, этот человек навсегда останется с тобой, потому что ты что-то посоветовал, ты не захотел заработать на нем, хотя, в принципе, если ты заказываешь подороже, то ты платишь по своей цене подороже. И вот так, еще раз повторюсь, очень многие девчонки, они регистрироваться не хотят, они не понимают этого. Ну, если, допустим, ей нужна то средство для духовок раз в полгода. Вот так она, я стабильно знаю, что она, конечно, обратится ко мне. Ну и личных заказов всех, конечно, я не могу собрать. Я как-то больше о своих заказиках снимаю видео, если вы заметили. Значит, еще раз повторюсь, я полностью на 100% перешла на Faberlic. Это и витамины, это и уходовая косметика, это и декоративная косметика, это и косметика для дома. Как вы заметили, у меня очень много универсальных пятновыводителей. До этого додумалась не я, это мне посоветовала моя постоянная консультант. Она, ну, просто сказала, говорит, я не выбрасываю, а просто сверху подписываю, где какой порошок, и все. Ну, конечно, весь порошок сюда не вмещается, потому что в порошке 800 грамм. Ну, ничего страшного, зато ничего не выдыхивается. Подписал, все красивенько. И вот так вот все хранится, и плюс меньше занимает место. Ну, как для меня. Вот, например, последний заказ. Очень много я набрала мыл по распродаже. Да, то, что на распродаже, допустим, с тем же с ограниченным сроком годности, оно баллов не дает. Но оно и на самом деле, девчонки, идет просто по таким скидкам. Ну вот было, может, 98 копеек. Иди купи жидкое мыло, тем более, кто попробовал наше жидкое мыло, другое не возьмет, потому что оно и ароматы шикарнейшие, и хватает надолго, и не сушит руки. Поэтому я всегда беру, допустим, только распродажа того, чем я пользуюсь 100%, сразу беру 4, 5, а иногда и 10 штук. Почему я так беру? Ни в коем случае я не хожу, не продаю. Знаете, во-первых, мне до этого нет дела, во-вторых, и нет времени. Просто вот еще раз повторюсь, ну вот, нужно идти в гости, там соседка, допустим, на чай позвала, а уже 100 лет не виделись. Вот мыльце занесла в презентик и так далее. В итоге, вот даже недавно было, ни с того ни с сего случайно позвали на день рождения.
Реально, ничего вроде бы такого не было, и вы же знаете мой принцип. Но я заказала себе наши кружки, просто шикарные, фарфоровые. Я занесла ей в подарок кружки. Она была, ну, просто довольная, и я знаю, особенно если с человеком хорошо общаешься, что не каждый может себе такое позволить. Ну, я думаю, просто и шикарный подарок, и у меня же все равно оно было, и никуда я не пошла, нигде деньги не потратила. Ну и, конечно, вы все знаете, кто за мной наблюдает уже давно, что я полностью одеваюсь только у себя в интернет-магазине. На самом деле никуда не хожу, нигде деньги не трачу. Очень хотела, чтобы у нас появились вот такие вот футболочки бельевого стиля. Я давно о такой мечтала. Ну, конечно, нигде не хожу, и в нашем большом городе такого не сильно найдешь. И вуаля, как под заказ Faberlic выпустил топики. Ну и, конечно, первым покупателем была я. Все фотографии вместить невозможно. Еще раз повторюсь, кто за мной наблюдает, знает, что у меня очень много наших образов. И вот, например, вот эти все образы. Да-да, типа того. Все эти образы, они полностью собраны с продукции компании Faberlic. Это и белье, и сумки. И сумки, девчонки, вот на многих фотках я вот с такой синей сумкой. Ей уже 3 года. Она была в серии Юдашкина, с ней абсолютно ничего не стало. Я думаю, вы понимаете, о чем. Ни на ручках ничего нигде не подслаивалось, нигде. Плюс то же самое и та же одежда, и брюки, и рубашки. Ну, все на свете. Просто надоедает. И покупаешь, чтобы было что-то новое, потому что носится просто шикарно. Поэтому не бойтесь, даже если вы боитесь заказывать что-то по размерам. Ну, в крайнем случае, на любом офисе есть возврат. Вы просто один раз попробовали, и вы уже будете знать, какой вам нужно брать размер. Вверх, вниз, ну и, конечно, учитывайте покрой. А так ничего абсолютно сложного в этом нету. И то же самое и муж раньше на самом деле скептически немножко относился. Вообще он все время считает, кстати, если даришь ему что-то, ну, на день рождения или там на Новый год Faberlic, он считает, что ты это бесплатно взяла, то есть для него это не подарок. Но по майкам я пару раз ему сравнила, говорю, вот посмотри на эту майку, что мы там-то купили, и посмотри на эту майку, которую мы купили Faberlic. Я думаю, все видно. Все с тех пор полностью вверх 100% одеваем, низ как подойдет. То же самое брат и другие родственники. Как только шикарная распродажа, я беру вот на прошлую, допустим, Пасху, всем своим братьям двоюродным подарила по футболочке с длинным рукавом. Они сразу: ой, зачем ты так тратилась, оно же все дорого стоит и так далее. Я уже молчу, что, например, это 8 рублей, это 9. Ну, я не знаю, может кто-то и считает, но я считаю, что нужно сделать людям приятное. И вот так вот делается, еще раз повторюсь, и 150 баллов. Ну и последнее, я сегодня старалась по-быстрому, чтобы сильно не затягивать. Домашнее такое небольшое задание, которое вам очень даже поможет написать или же даже кто забыл вспомнить и узнать ближайшие дни рождения в октябре-ноябре, что этим людям можно подарить и сколько примерно вот это вам все даст баллов. Я думаю, домашнее задание у нас такое с пользой. И вспомните своих родственников, друзей. И вот такие, даже если символические подарки, чем плохо. Если есть вопросы, девчонки, спрашивайте. Если нет, значит, всем успешного закрытия каталога. Как мы все помним, у нас последняя неделя.
7 новых званий, ну и переходите на 100% потребление в магазине Faberlic и увидите эту выгоду. Всем пока-пока!